ямочки на щоках, горбинка на носі, форма мочки вуха. Навіть такі найдрібніші деталі можуть красномовно розповісти про характер людини. А іноді досить трохи уважніше подивитися на обличчя співрозмовника, щоб зрозуміти справжні його наміри. Про те, як це зробити, нам розкаже фізіогноміст Світлана Арафнія. Пані Світлана, доброго ранку. Доброго ранку вам. Ось чи дійсно ось такі особливості маленькі, з якими мені здавалося б народжується дитина, все ж таки можуть про неї щось розповісти ще, окрім там того, що в неї вони є? Ну, смотрите, если говорить о детях, это один момент, если говорить о взрослых, другой. Немножко расскажу, что такое физиогномика и как она определяется. Потому что у детей, давайте сначала, генетически мы рождаемся уже с определенными задатками. Генетически это костная ткань. Мышечная ткань, мягкая ткань – это наш жизненный опыт, то, что нарабатывается. Поэтому ребенок, рождаясь, естественно, еще в маленьком возрасте, у него есть уже определенные генетические задатки. Мы можем это заметить по близнецам. Очень часто говорят, что с возрастом близнецы меняются. Почему? Потому что у них у каждого свой Ближний жизненный опыт, досвид, да, который отражается на лице. Физиогномика как раз это, ну, говорят, псевдонаука, кто уже говорит, наука признает ее. Это как раз изучение выражения лица. И то, что у нас находится внутри, у нас, естественно, отражается на лице. Это еще пошло 2000 лет назад, изучали физиогномику, еще начинали в Китае. Вот. И самые основные начала задатков было положено, естественно, на изучение животных. Потому что изучение животных, и каждая часть лица отвечала за какую-то функцию. То есть, например, нос – это поиск, да, вот, например, собаку взять или волка – это поиск добычи. То же самое у человека. Нос – это аналитика, это поиск информации. И если так кратко рассказать чуть-чуть, потому что, правда, физиогномика занимает очень большое время, и в особенности не так, как теория, как практика. Вот, если условно разделить человеческое лицо на 5 частей, верхняя часть – это способ мышления, логика или интуиция, сейчас чуть-чуть расскажу. Глаза – это планирование, нос – это аналитика, рот – это амбиции, и подбородок и челюсть – это способ активных действий. Так. Таким способом, выделяя 3-5 доминирующих особенностей на лице человека, мы можем характеризовать его. Такая психодиагностическая методика позволяет заранее уже знать, к чему человек предрасположен, какие у него могут быть слабости, какие сильные стороны. И это использовать, естественно, в своих уже намерениях. То есть либо при приеме на работу, либо при подборе пары. Вот. Наверное, так. Да, конечно. Вот. И поэтому мы можем на это ориентироваться. Потому что существует, в принципе, физиогномика как базовая модель идет... психодіагностичне, тому що на неї накладається дуже багато психодіагностичних методів. Звичайно. Я впевнена, що зараз кожен, хто це почув, зупинилися біля дзеркала і почали себе роздивлятися. Давайте нас роздивимося. Давайте так, по ось цим 5 зонам підемо детальніше. Про що може говорити ось високий лоб, до прикладу? От, ми говоримо, способ... Давайте почнемо саме... А, тобто мене оглядаємо, так, чи що? Цікаво, давайте... Ні, ну ми не лише високий лоб будемо розглядати, ми про інші розкажемо. Давайте по мені справді, чому б ні, давайте по мені. Смотрите, ще який момент. Якщо ми будемо розглядати одну якусь зону, то, что вот я говорю, то мы потеряемся, потому что, конечно, потому что, что целое намного больше, чем часть его, чем его части. Поэтому очень важно, опять же, выделить 3-5 доминирующих частей лица. Ну, у меня, например, у Дениса. Высокий лоб, так, губы, яскраво червоні. Сказал, ну, давай. Не заважай, спецфахівці це робити. Смотрите, очень важно определить вот, лоб, да, это способ мышления. Способ мышления, как у нас, логика и интуиция. Определяется логики, это люди длинноголовые. Интуиты, это больше круглоголовые. Но, если смотреть на вас, Денис, то вроде бы кажется, так как у вас высокий лоб, то вроде бы вы длинноголовый. Плюс ко всему, у вас еще есть усиление растительности. Да, и, кстати, вот есть еще такой момент очень тонкий. Есть на лице вещи, которые... показатели, которые усиливают, и те, которые компенсируют какие-то уже выраженные особенности. Например, волосатость у вас на воле, на подбородке, эта часть отвечает за волю.
да, и за способ активных действий, насколько вы активно действуете. Если вы ее усиливаете растительность, то есть вы ее увеличиваете, тем самым вы усиливаете свою волю к действию, к какому-либо. Круто. Вот эта часть, то, что у вас здесь такая вот дорожка, вот эта часть у нас вообще вот подбородочек отвечает за, так называется, говорильный подбородок. Он отвечает за то, чтобы ну, мы свободно больше общались. Работа чем больше, сприяет. Чем больше. Да, кстати, для журналистов это очень важная часть. Вот у меня тоже. Я помимо физиогномики еще психотерапевт, мне приходится много говорить. Вот эта часть, она может нарабатываться. А что если она усиливается, опять же, растительностью, предположим, то тогда вы усиливаете свою способность говорить. Тобто ми себе підсвідомо підштовхуємо до конечно. Того, що... Угу, нічого. Тому що ви в своїй характеристиці, ви все-таки інтуїт більше, ніж логік. Так. Як определяється інтуїт или логік? Буквально скажу. От фронтальних, вот эти вот части, где заканчиваются глаза, так. До окончания губы нижней, если провести вот это расстояние, взять с этим, если оно одинаковый треугольник получается, ревнобедренный, да, то тогда получается интуит человек. Если на вас посмотреть, независимо от высокого лба, все равно у вас равнобедренный треугольник. Если же 1:15, то это человек логик. А что до губ, например? Я вот звик іноді усмехатись більше ось так, ну, на левый бік. Что это означает? Что это можно сказать смотрите, про людину? Наш мозг отвечает следующим образом. Правое полушарие отвечает за левую сторону. Да, правое полушарие у нас творчество, семья, иррациональная любовь. Вот. И левая сторона отвечает за правую сторону. Это логика. Да, ну, это всем известно. Вот. Поэтому, если у вас, например, появляются морщины с левой стороны, да, каждая морщина тоже в зависимости от места нахождения отвечает за определенный уже жизненный опыт. Если вы все время на левую сторону подтягиваете рот, как бы улыбаетесь, то вы это делаете бессознательно для того, чтобы как-то поддержать вот эту вот иррациональную свою часть. Губи, ви спрашиваєте про губи. Так, у когось вони бувають, знаєте, опущені вниз. Давайте по Катюші тепер. Мене вже розібрали, Катюш, тепер твоя черга. От смотрите, у Катюші, що саме виражене, що бросається в глаза, що ви можете зараз сказати? Що? Вот, Денис, її на краса. Вас. Конечно. Губи, человек. Губи. Нет, у нее как раз губы не очень сильно выражены. Вылыти. Нет, посмотрите, какие у нее большие глаза. Ты на макияж. Большие глаза. У Катюши, на самом деле, если посмотреть, очень большие глаза. Вы, Катерина, скорее всего, очень большой визуал. Вы любите глазами. Вы сначала себе видите картинку. Очень часто можете ошибаться, потому что придумали картинку, и носик у вас небольшой, поэтому аналитически вы там сильно не ныряете в процесс. Вы доверяете тому, что увидели, и визуальной своей части. И, с одной стороны, это очень хорошо для творческих профессий. С другой стороны, вы часто можете в жизни ошибаться, потому что придумали картинку, пошли за ней, а ну, не сложилось. Что-то пришло не так. Вот. Губы. Губы отвечают за прощупывание информации. То есть, тогда, когда вы вступаете в контакт. Предположим, ну так, на примере просто более понятно, человек, вы приходите в магазин выбирать себе рубашку. Предположим. Так, да. Вы будете выбирать рубашку очень долго. То есть вы не можете зайти, так, я хочу эту рубашку, взял ну, так, и пошел. Я так не могу. Хотя мужчинам свойственно, они охотники, они не любят собирательство, это женщина-собирательница. Они обычно пришли, увидели, победили, забрали. Но губы вам усиливают вот эту избирательность при выборе. Чем меньше губы, знаете, как у акулы, она ест все подряд. Ага. Тогда человек менее избирателен при контакте. Он не прощупывает как бы то, что грунт, с ним происходит. Так. Угу. Да. И это пошло, опять же, еще от животных. Людям пришлось в какой-то момент начать пробовать, тогда, когда они, например, еще в древние времена, когда заканчивалась еда, им приходилось уже идти в воду, да, и щупать. И таким способом, и очень развиты тактильные кончики пальцев у людей, им нужно было пробовать, прежде чем что-то съесть. Иначе это было подобно смерти, если они не распробовали. І от губи тоді відповідають за контакт. А що до носу? А якщо чіткі виражені вилиці, буває так, коли, знаєте, не треба навіть їх нічим підтримувати. Витончені, просто різані просто. Скули відповідають за контактність в контакті. Тобто, чоловік легко йде на контакт. І це теж, опять же, може впливати в залежності від потребності.
куда, при каких обстоятельствах эта черта может помочь. А что до носа? Еще так трошки, если мы зачепимо эту тему. Вот смотрите, у вас прекрасный нос, потому что у вас хороший. Мы сегодня собираем комплименты. Я просто, честно, ну, добре, не про те. Нос – это аналитика, это сбор информации. Да, вот как животное, оно нюхает, ищет добычу. Ему нужно найти, вынюхать. Это гарный нос. Чем больше нос, тем человеку больше свойственна аналитика, поиск информации. Чем больше вот эта часть удлинена, тем человек больше ныряет в процесс. Вот такому, с такими особенностями хорошо давать какую-то работу аналитическую, поиск материала, поиск какой-то. Вот он найдет вот это зерно из большого количества информации, он найдет это зерно. Вот у кого такой вот носик. У кого маленький носик такой, как у нас. Это больше свойственно, ну, наивность такая, не вникание очень сильно в информацию. Но, опять же, могут другие вещи компенсировать, потому что у вас, например, Катерина, достаточно широкий рот, то есть, ну, не маленький, а это говорит об амбициях, и тогда недостаточность компенсируется. Например, вы не очень хорошо ныряете в информацию, но у вас есть амбиции, которые помогают вам все равно эту інформацію добивати. Що ж, я впевнена, що зараз ви познаходили на собі різні такі моменти, на які слід звернути обов'язково увагу. Дякуємо вам, було надзвичайно цікаво. Обов'язково продовжимо цю тему у наступних наших ефірах. Дякуємо вам. Нагадаю про те, як читати обличчя за допомогою фізіогноміки і завжди знати, що насправді має на увазі ваш співрозмовник, нам розповідала фізіогноміст Світлана Єрефмія. Музика.